В эти выходные под открытым небом десятки кировчан собрались на мини-фестивале «Акустика». Больше 2 часов на сцене выступали музыкальные коллективы из Кирова и Кирово-Чепецка. Это так называемая генеральная репетиция главного мероприятия. До музыкального пикника «Акустика» осталось ровно 5 дней. И уже в это воскресенье, 23 августа, на стадионе «Родина» выступит главный гость фестиваля – группа «Би-2». Концерт продлится 2 часа. Лёва и Шура исполнят знаменитые хиты «Полковнику никто не пишет», «Последний герой» и песни из нового альбома. Этого выступления Киров ждал несколько лет. Они соскучились по Кирову, Киров соскучился по Би-2. Вот. Ну и 23 числа на стадионе «Родина» с 12 часов гремит городской пикник «Акустика». Более 20 профессиональных команд выступают в разных стилях. Рок, поп, рок-н-ролл, другие жанры. Куча развлекательных площадок, начиная от спортивных соревнований, огромного воздушного шара, который возвысится над стадионом, а также различные творческие мастер-классы и интересные площадки от сообществ нашего города.